Так, значит, у нас на обзоре аккумуляторы, которые вот эти два подходят на Куги, МТ-65, СНС, всякие клоны, которые скопированы с Xiaomi МТ-65 и МТ-65 Pro. Значит, первая у нас модель на 6 ампер часов, имеет 222 ватта, 37 вольт, да? С таким вот разъемом XT30U разъем зарядки. И такая фишка папа. Тоже на зарядке. Где-то GST12 написано. Ну, это может фирма-производитель. Маркировку уже забыл. Ну, разъем на GST. Значит, размеры этого аккумулятора вот такие вот. 30, ширина его у нас 7 и высота его 4. Это аккумулятор на 37 вольт для всех самокатов аналогов МТ-65. 6 амперный обычный. Вот. Сейчас замерим на нем напряжение. Постараемся замерить, что все делается одной рукой. Вот. Сейчас. Вот у нас 40,9. Это нормальное его заряженное состояние, хотя он тут пишет, написано 37 вольт, да? Все. Сейчас кидаем его на веса. Значит, он весит этот аккумулятор. Сейчас, секундочку, веса выключились. Вот нормальный аккумулятор. Ячейки тут высокотоковые. И они все тут полностью забитые. Не от ноутбуков низкотоковые, а высокотоковые тяговые. 1,5 килограмма, видите? Это ячейки стоят тут по 2 ампера. Одна штучка. И вот у нас выходит 6 ампер. Честный аккумулятор 1500 грамм весит. Берем 7,5 ампер часов аккумулятор. Да. Меряем на нем напругу. Вот у нас напряжение. Тоже 40,9, 41 вольт. Нормальное напряжение, прекрасное заряженного аккумулятора. Даю размеры. Значит, у нас длина его от края до края 29. Ширина его 7. И высота его так 4. Он идет с липучкой. Если этот крепится и на липучку, и на ушки у него такие. Этот просто клеится на липучку. И кидаем его на веса. 1508 грамм, да? Получается 5 грамм разницы. Напряжение я уже не помню. Меряем, не меряем, но промеряем. Еще раз. Так. Вот. 41 вольт. Значит, разъемы тут для снимания энергии на контроллер X360. И вот разъемчик идет. Уже идет папа. GST. Не знаю, или фирма это, или модель, но 2.1. Это на 7,5 ампер часов аккумулятор. Берем теперь 15 амперный. Честный 15 амперный на 550 ватт аккумулятор. Даю его размеры. Значит, длина у него, видите, вот, если от сих до сих, давайте так точно, 31,5, ширина его, если может кто-то захочет поставить, 9, высота от корпуса 6. Это аккумулятор точно на 15 ампер часов. У него два порта вот этих на зарядку, то есть можно двумя зарядками через два разъема заряжать его в два раза быстрее. То есть BMS-ка тут так настроена, что можно быстрой зарядкой его заряжать. И проверяем его напряжение. Вот. Вы понимаете, да, что? Вот. Сколько у нас тут напряжения? 39,1. Если 2-амперный заряжать этот аккумулятор, да, то за, получается, 2-амперный, 6-амперный, за 3 часа мы его зарядим. Вот этот. Если этот аккумулятор заряжать 2-амперной честной зарядкой, то
то его зарядим, получается, за 3,5 часа. А этот уже зарядите, получается, 15 амперный за 7 часов. Но если возьмете 2 зарядных устройства, то за 3,5 зарядите этот аккумулятор. Итого даю вес этого аккумулятора 15 амперного. Сколько он важит в килограммах? Вот, видите, 2920 килограммов важит аккумулятор на 15 ампер часов. Эти аккумуляторы идут в самокатах Crosser E9 Max. Можно какой-то китаец втулить 36 вольтовый. То есть, если эти идут в кроссерах E9, E9 Premium, и можно их поставить и в копии Xiaomi, все вот эти самокаты переднеприводные, то этот уже аккумулятор не влезет, потому что дека не даст ему залезть. Вот. Эти аккумуляторы идут только в моделях электросамокатов Smart Goro, Vivo и Crosser. Вот так. Ну, тут все вот эти аккумуляторы, надо все подбирать по месту. Я вот записал видео, взвесили мы их с вами, померили размеры линейкой и промерили напряжение. Ну, эта система 36 вольтовая, но аккумулятор в состоянии зарядки, он идет 41-42 вольта. Вот так.